А в Афинах закончилась забастовка транспортников против пенсионной реформы. 24 протестных часа привели к дорожному коллапсу. В городе не ходил транспорт. Было перекрыто даже движение паромов. В итоге многокилометровые пробки. На них застряли сотни тысяч человек. К транспортникам присоединились даже СМИ. Они приостановили свою работу на 3 часа. Кроме журналистов, вышли на улицу и медработники. Это первая забастовка против новой пенсионной реформы. Впервые после финансового кризиса документ не предусматривает сокращение пенсий, но профсоюзы государственных служащих требуют возврата до кризисному режиму, гораздо более выгодному. Главное нововведение – поощрение тех, кто захочет работать дольше. Демонстранты с этим не согласны. Уже в эту пятницу за документ будет голосовать парламент. Оппозиции и профсоюзы обвиняют власти в попытке закрепить законодательным путем меры, которые страна согласовывала с международными кредиторами для выхода из кризиса. Они просто лишают нас права на пенсию в достойном возрасте. Хотят, чтобы по всей стране пенсии стали чем-то вроде пособия. Всего лишь 340 евро на человека.